Единая Россия – это партийный продукт, который сиял отраженным цветом от Владимира Путина. И поэтому всегда рейтинг Единой России был примерно в полтора раза ниже рейтинга Владимира Путина. Сейчас проблема в том, что проседает Владимир Путин и, соответственно, проседает Единая Россия. И Владимир Путин совершенно правильно делает, что снимает у себя с шеи этот жернов и перенавешивает его на шею Медведева. Соответственно, зачем Путин должен использовать свой, как он думает, еще сохранившийся имидж для того, чтобы поддерживать Единую Россию, которая идет под горку? Он должен от нее дистанцироваться, такова беспощадная логика политической борьбы. Соответственно, Единой России не разрешают пользоваться образом Путина для того, чтобы его не сдувать, когда он и так сдувается. К тому же есть серьезная борьба в элитных кругах насчет того, что место Единой России должен занять Общенародный фронт. Единая Россия этого не хочет, фронт этого хочет, сильные люди там бодаются, а в результате ни фронта мы не видим, ни прироста популярности Единой России тоже. Ну и между делом проблема еще и в том, что сам по себе Владимир Путин понемножку теряет свой тефлоновый рейтинг.